Но из-за сейчас преследований, гонений определенных, я, значит, объявление не выставляю, только лишь могу лично известить, но это чуть позже. Напишите мне на e-mail, e-mail есть под этим видео, там в этих вот всех там координатах, там есть там даже два e-mail, российский и международный. Напишите на всякий случай на тот e-mail, я вам тогда сброшу, сообщу, будем договорить пароли, явки, адреса, где будем делать собрание в Москве, потому что пока, к сожалению, вот, значит, условий нет таких в России у нас, вот таких свободных, как здесь вот в Украине, допустим. Здесь вообще благодать в этом плане. Объявления публикую везде, приглашаю на улице, молись за людей, раздавай людям литературу, проповедую. Я здесь возле метро вижу, там свидетели Иеговы стоят, я их чуть не расцеловал, думаю, какие умницы стоят. Я уже соскучился, уже чтобы так вот стояли возле метро и вот предлагали там литературу религиозную. Смотрю, там, значит, в самом метро там какой-то баптист зашел, там раздает литературу. Думаю, молодец, думаю, слава Богу. Я уже, не знаю, я прям это аж млею. Думаю, какая благодать. Вот, ну, все-таки хорошо, свобода — это великая вещь, великая сила. В свободе, вот, человек все-таки создан для свободы, не для рабства. Это определенно. Вот. Мне очень жаль тех, кому нравится рабство. Звон цепей и рабство. Бог ненавидит рабство. Бог любит человека, Бог любит раба, но ненавидит рабство. Вот. Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Сейчас время уже, да, мне нужно будет сейчас тоже выйти в Skype на связь. Вот. И, значит, здесь я сейчас прерву это видео, значит, эту трансляцию. И, даст Бог, чуть попозже снова продолжу. Вот, я прошлую ночь делал так, правильно и делать, слава Богу. Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас. Значит, и видео выставлю завтра уже, после собрания. Вот, я имею в виду видео завтрашнего служения. Кто будет в Киеве, пожалуйста, приглашаю на собрание. Это станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Четвертый этаж, предприятие УТОС. Это прямо возле метро, поэтому легко найти очень нас. Да, благословляю всех вас. И, значит, и еще в понедельник мы сделаем, я так понимаю, в понедельник и вторник тоже здесь, прямо на левом берегу уже, вот, сделаем в нашей епархии сейчас общение. А завтра вечером тоже в 5 часов, в 17.00, значит, в 17.00 по киевскому времени сделаем новую трансляцию. Наверное, все-таки лучше, да, вот именно вот держаться такого правила 5 часов, потому что очень удобно с 5 до 6, значит, по киевскому времени провожу эту трансляцию. Сейчас даже чуть затянул чуть-чуть. Вот, значит, и, знаете, это и молитвенная трансляция. Я попрошу наших тоже священнослужителей подключаться. Завтра я жду еще в гости нашего отца Виктора, кстати, с Черкасской области приезжает, он в Звенигородке служение сегодня, насколько я понимаю, проводил, значит, в субботу, значит, а в воскресенье, завтра он будет у нас. Бог Украине дает больше благодать проповеди Евангелия. Да, аминь, аминь, брат, да. Я просто очень Богу благодарен и признателен. Здесь и больше верующих, здесь больше молятся. А где больше молятся, больше чудес совершается. Знаете ли, и эту наибольшую такую благодать Бог дал сегодня Украине. И я очень Богу благодарен за Украину, за пробуждение духовное, которое совершается вот эти последние годы. Очень неслыханное, невиданное пробуждение духовное. Слава Богу. Пусть Господь Бог благословит всех нас. Во имя Иисуса Христа благословляю словами благословения библейского. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословение Господне всех вам из города Киева. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.